Здравствуйте, дорогие телезрители. Сегодня очередной матч нашей команды Косынь-Торпедо. С вами ваш комментатор Тачанов Ильдар Павлович. Мне 15 лет. И вот атакует команда Дизель. И забивает гол. Какой был прорывный удар. Попали точно. Наши не расстроены, не расстраиваются. Болельщики. И наши пытаются атаковать. Забить, сравнять счет. И тут Васильев выходит в штрафную зону. Помогает ему Казначев. Казначев, да. Передает Васильев, забивает гол. С передачи Васильев забивает Колесников, капитан команды Косынь-Торпедо. И они сравнивают счет. Счет становится 1-1. И тут проходит под номером 7 наш команд. Он бьет ворота, но не попадает. И тут завязывается драка. Судьи разнимают. Будем надеяться, то, что наша команда сейчас сравняет счет. Остается третий период, остается 15-10 минут. Надеемся, они забьют. И вот атакуют противники. Заходят в синюю зону. Пытаются забить гол. Удар Янков отражает. Тут опять удар Янков отражает. Но они пытаются забить гол. И Янков ловит мяч. Ой, шайба. Янков поймал шайбу. Теперь наш пытается атаковать. Передает пас друг другу. Метальников бьет, промахивается. Передает Шину. Шин передает Метальнику. Метальник бьет. Гол! Это был красивый гол. Косынь-Торпедо добавляет себе еще 3 очка. И счет становится 2-1. На 22 секунду третьего периода забил Метальников. И тут считанные секунды остаются. Передают к Савицкому. И Савицкий промахивается. О, как случилось. Пустые ворота. Савицкий как бы мог пропустить. И болельщики поражены. Ну, главное, не этот был гол. Главное то, что наши выиграли. И мы будем рады, то, что они набрали 3 очка. И прошли выше, на строчку выше. С вами был ваш комментатор Тачанов Ильдар. А сам ты, наверное, играешь в футбол. Да. Ну, расскажи немного. Ну, я футбол вообще занимался как бы. 3 года, когда мне было 8 лет, я пошел на футбол. Ну, мне как понравился этот вид спорта, самое больше я начал играть в футбол, у меня получалось хорошо. Мы выезжали также по Казахстану, ездили, играли, вот свои года я играл, выигрывали. А болеть за Торпедо когда стало? Ну вот, когда приехал в спецшколу, мне как рассказывали про Косынь-Торпедо, да. Ну, я сам потом как поехал на первый матч, мне понравился хоккей. Мне аж хотелось побольше ездить, на каждую игру не пропускать.